Блять, очень ярко, прибери на раз. Йо-хо-хо! Вперед, друзья! С праздником! Стой, стоять, бояться. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто это? Это камера. Да. У нас один вопрос. Цензурным? Неважно. Это для внутреннего пользования. Хорошо. А еще? У меня печень умерла на этом заведении. А еще? Счастье, процветание, побеждать кризис, работать, просто денег зарабатывать и радовать всех своим существованием в Москве. Ха, сложно. Праздником! Ура! А еще? Ура! Я испугала мастерной, просто не могу уже на нормальные слова переключиться. Поздравляем Макой с 9-летием, почти круглой датой. И желаем ему развиваться, радовать нас, и чтобы мы радовали его. И чтобы в понедельник еще живая музыка появилась. Есть 6 дней в неделю. Процветание. Тоже одним словом. Процветание, да. Где ваши конверты с деньгами? Любовь всей моей жизни. Одним словом. Тогда просто любовь. У меня только два легендарных места. Молодость. Виски, кола. Чтоб побольше наливали. Чтоб Лонг-Айленд по-прежнему оставался самым лучшим в городе. Ну, чтобы и через 10 лет еще так же и даже лучше. Я как стоя последний. Ну что? Так себя не обманывайте. Да, придумаю. О, пусть танцы на стойке будут. А для меня это как второй дом. У меня свадьба здесь была. Безумная любовь! Любовь! It's wonderful! Замечательное заведение. И несколько пожеланий в день рождения. День рождения, чтобы через 9 лет мы опять отмечали день рождения Макоя. Макой, дом родной! Нереально круто, мы его любим, любим, любим. Одно слово, да господи! Мы желаем его процветать, чтобы у него все было хорошо, и клиентов становилось с каждым годом все больше и больше. Рок-н-ролл жив? Радость, сестра, брата. Я хотел бы пожелать как человеку здоровья, счастья, удачи и исполнения всех тех желаний, побольше клиентов. Рок-н-ролл класс, высший класс, наверное, восторг. Бухать! Будоражащих таких вечеринок, которые бы ломали наши стереотипы и возводили нас на хаотичный уровень. Es crimen el testado contra la humanidad. Es
existen derechos humanos. Я поставил бутылку рома. Продолжать в том же духе. Да поставался таким же, как и был. Можно лучше, но думаю, лучше не было. Процветание, процветание, побольше богатых клиентов. Всего-всего хорошего. Всего самого лучшего. Всегда дарить тот позитив, который получаем здесь каждый раз, когда бываем. Вот и все. Желаю оставаться оригинальным, чтобы идеи посещали всегда новые и не истекали никогда.